Друзья, всем доброго здоровья. Какое-то время назад, летний период, точнее осенью уже, я хвалился всем, можно сказать, значит, своим новым приобретением. Это водосток от Технониколь. И там было очень много всяких приспособлений интересных, в том числе для меня новых. И я не дождался лета, хочу продемонстрировать и для себя. Мне очень любопытно попробовать одно очень интересное приспособление у них. Вот я так называю приспособление. Значит, оно называется водоотвод. Вот такой стаканчик, значит, с таким, в общем, штуцертом или как это, на который надевается шланг. Очень интересная конструкция, которая мне показалась. И, естественно, как она работает. Вот, мне очень приглянулось по душе. Я сразу предположил, что у меня большой сарай, огромная, там получается 140 квадратов крыша, с которой будет собираться вода. Уже немножко я это увидел на практике, когда осенью там даже маленький дождик добавлял огромное количество воды в бак. Но как будет работать вот этот водоотвод, который я хочу, например, основная часть воды будет идти по трубе, куда-то в емкости, а отсюда я хочу, значит, провести шланг, например, в огород, потому что огород недалеко, и хочу сейчас узнать, какая часть воды будет, значит, попадать туда, насколько вот компания Технониколь как бы вот, ну, сделала, потому что такую конструкцию я вообще первый раз вижу, то, что там внутри. Значит, для этого вот у нас есть два ведра одинаковых, и вот это ведро 15-литровое, это возьмем за 100%. 100%, вот буду, значит, сейчас сюда лить. Тут небольшой уклончик есть, то есть вот как будто это дождь идет. Маленький, большой, сначала потихонечку буду лить, потом сильнее. И мы посмотрим, сколько окажется воды в этих емкостях. Ну и, соответственно, уже в процентовке я примерно могу судить. Итак, Господи благослови, поехали. Я немножко волнуюсь, конечно, переживательно. Наверное, так в Технониколе и делают испытания. Ну ничего, сейчас мы попробуем. Поток достаточно интенсивного дождя. Эксперимент номер один закончен, проведен успешно. И мы смотрим, что же у нас получилось. 15-литровое ведро, ну, примерно, я тут не до конца налил, примерно 15 литров. Значит, смотрим сначала то, что шло по трубе. Оно тут даже немножко разбрызгло, но ведро получается сейчас 9 литров, да, набралось полностью, вот. А это набралось тоже 9 литров, половину. Я просто на глаз примерно, вот даже вот видно вот так, да, что примерно процентов 70 сюда, 30 туда, ну, либо если быть, может быть, чуть-чуть поточнее, 65 сюда, 35 сюда. В принципе, неплохо. Почему неплохо? Потому что понятно, что основной объем идет сюда, вот, но дополнительно собирать вот таким образом воду, то есть это очень даже прекрасно. На эти бочки будут у меня там стоять, вот, они будут набираться постепенно, и в принципе, ну что ж, очень хорошо. Даже 35%, если будет отсюда уходить, то есть основной бак не будет так быстро набираться. Вот. Ну, возможно, когда я вот этот водоотвод поставлю именно на трубу туда, может быть, там чуть-чуть по-другому, может быть, что-то будет работать как бы получше. Ну, а так вот, в принципе, ну, что ж, я экспериментом доволен. Я очень доволен вот этим водоотводом. Очень хорошее изобретение. И именно благодаря вот этой вот конструкции, которую они придумали там. Сейчас я разберу, мы ее посмотрим. Рассматриваем конструкцию вот этого водоотвода. Я пришел домой, чтобы лучше его показать, значит, поближе. Вот смотрим.
Значит, что они сделали? Тут получается вот такой высокий бортик. И между вот этим основным корпусом и бортиком есть пространство. То есть вода по стенкам идет. Может быть, какая-то мимо проходит. Соответственно, вот она набирается сюда. И вот она отвод, да, уходит. Та, что сюда не попадает, ну или, например, много воды, вот она начинает переливаться. Мало того, что даже здесь есть дырочка небольшая, ну вот, именно в большую трубу. А здесь они сделали крестовину, чтобы вода стекала, получается, струей. Это вот бывает такое, что на желобе, когда, например, нету труб, вода брызгает. Я видел такое, бывает веревочку, там с каким-то грузилом делают, что вода четко по веревке как бы, ну, ищет направление. Вот это вот тоже, скорее всего, сделано для направления. В общем, что я могу сказать? Эксперимент удался, я очень доволен. Очень хотел это проверить, а до лета еще далеко, поэтому решил это сделать сразу. Так что молодцы компания Технониколь вот, за вот такие интересные изобретения, там, бонусы, не знаю, как это сказать. Вот, все это помогает и облегчает нашу жизнь вот, обычных людей. Так что пользуйтесь на здоровье. Между прочим, вот эти вот заглушки я придумал из техноплекс компании Технониколь.